Любовь? Да, Дочь написано «Любовь». Люба пришла посылка. Так, вау, что там? Книжечка какая-то. Благодарим за покупку. Что-нибудь написано там? Да, подушка. Оригинально. Теперь Люба будет ходить. Такой. Там такая книжечка, такие слова тут написаны. Тестируем качество нашей продукции. И вы можете быть уверены, что нанесенный нами принт выдержит более 100 стирок. Надо же, такая рекламка. Люба говорит, сохраню эту книжечку, чтобы потом скидки были. Бороться с грязью, своим любимым пылесосом. Открываем нашу дверь. Перед глазами такое чудесное, красивое осеннее дерево. Приятно любоваться. Он с этим пластилином уже долгое время сидит. Что, нравится тебе лепить? Да. Что значит попал под руку пластилин? Что ты лепишь? Шарик? Нет. А что? Это мяч. Мячик? А, точно, это же мячик. Чего вы тут спорите? Ну, жена жвачку он вот так делает, такая... Мама даже засняла, как ты так делаешь. Нет, я первый. Ну как ты делал? Ты руки помыл? Да. Мария, ты переоделась? А почему ты взяла? Хлеб и кушаешь? А что? А и руки с мылом не помыл? Вот, кто переоделся, помыл руки с мылом, кушает суп. А кто схватил телефон в грязной одежде после школы, тот сидит пока без супа. Короче, у нас бунт на корабле. Идет ко мне Натан и говорит, мама, смотри, я кого слепил. Это для меня было удивительно. Он слепил вот такого... Кто это? Это Ниндзяго. Черепашка-ниндзяго. Черепашка-ниндзяго. Ух ты, очень похоже. Ну ты вообще молодец у меня. Что там в телефоне? Разговариваешь? С кем-то? И что, когда вы пойдете? Листовки раздавать собрались. Завтра? Да. А завтра школа? После школы. После школы? А что, у вас двое или сколько у вас там? Трое. Трое? Угу. И сколько, поскольку вам дадут с тобой денег? Нет. Ты еще маленький. Я не знаю, мне говорили, что по 100. По 100? Нормально. Угу. Она говорит, что летом тоже листовки давала. И вчера еще давала листовки. Ну, посмотрим. Носки встали в ряд. Мама, меня ждут засними. Тебя. Мама, меня засними. Тебя заснять? А что ты делаешь? Я делаю сиять синий. Чего? Сильный сиять. Сильный сеятель?
Сиятель. Синий сиятель. Ух ты, интересно. Ну, давай. Ну, вот теперь наш холодильник будет самый красивый на свете. Потому что Рувим его моет. Теперь я пойду шкафчики мыть. Ты шкафчики уже помыл? Нет, не шкафчики, а зеркало. Шкафчики красивые. А, зеркало? Мама, после Все, зеркала. Молодец. Нет, я сейчас пойду полезу с лестницы. Это быстрее. Угу. Окей. Здрасте. Теперь надо шить портфель, лямку. Ну вот, я зашила. Хочешь сделать из бумаги рыбку? Рыбку? Да. Они очень классные. Ну, давай. Давай, держи бумагу. Мне думаю, ну-ка, все. Сыночка, не так, сынуля. А как? Я тебе покажу. Давай. Вот смотри. Видишь уголок? Смотри, мы его берем и сгибаем. Видишь? Что ты имеешь? Ты что, решил мне пластилином все перемазать, да? Нет. Машинку свою перемазал. Ой-ой-ой. Это что это? И тут это маска. Маска? Для машины маска не нужна. Так, Вениамин, смотри дальше что. Вот молодец, Рувим. Сделал. Рувим, у тебя получается вторую часть делать? Хорошо. Так, потом смотри, что дальше. Сынуля. Вот так мы все теперь открываем. Ага, отлично. Молодец. Так, отлично. Смотри, чтобы много не было. Пальчиком размажь. Так, вот, приклеил ты. Вот эту часть. Поставь ее. Подержи чуть-чуть. Надо подержать. Подержи рукой. Пришел Авини и рассказал: мама, я тоже хочу такую рыбку. Вот. И
мы решили сделать еще ролик такой. Но уже не с кордоны, как мы делали, а просто из бумаги. Вот отрезали. Так, смотри дальше, мой хороший. Открываем. Открываем. И вот так делаем. Вот. Одну часть по линии. Я тебе помогу. Вот так. И видишь вот эту линию? Вот, по ней. И вторую то же самое делаем. У тебя уголок не совпал, видишь? Давай я тебе помогу. Уголочек должен вот так совпасть. Аккуратненько. Вот, видишь? И потом приглажим. Вот. Пригладил? Да. Так, после этого вот так мы открываем. Вот так вот обратно. Вот так. И теперь мы будем резать. А резать надо нам вот отсюда. Смотри, как я тебе покажу. Вот, видишь, где тоненький хвост? Смотри, что я делаю. Я вот к этой линии я все должна порезать. Я понял, да. Сейчас я порежу свою до конца. Сразу же видно. Или я перепутал? Ты перепутал. Твоя зеленая. Я забыл то, что у тебя большие глаза. А вот три рыбы. А ты что уронил? Дай сюда. Висят. Моя, мамина. Смотри, какая смешная. И вот еще. Ой, такая сладкая. Привет. Две рыбки. Давай вместе дружим. Это прям мама и папа, мама. Поплыли, что ли? Да. Ой, смотри, там друзья. Привет, друзья. Привет, друзья. А я на мотоцикле. Ой, какие вы большеглазые. Что с вами случилось? У вас тоже. У нас симпатичные глазки. У вас какие-то они огромные. У вас тоже. А потому что мы наелись. Мы тоже хотим кушать. Поплыли, что-нибудь пойдем покушать. А вот бабуля нам сготовила картошечку фри. Это сейчас... Это деду. Да, и сейчас деды будем относить это. Это мне из детского сада Сёма с сувениром принесли. Листочки такие красивые, красно-желтые. О, какую классную машину нарисовал Даша. Нет, надо вот прям вот до отсюда нарезать. Вот до отсюда. До сюда. Да, далеко. Еще. Вот еще одна белая рыба у нас появилась. И у Сёмы появилась красивая. Сёма, да? Да. Чтобы золото поймать. И сейчас он последний глазик приклеивает.
Ты знаешь, что твоя рыбка умеет делать? Она может у тебя вот так делать. Три, четыре, четыре, пять, шесть, семь. На семь рыбок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. О, вон девять, а где восемь? Девять рыбок. Вот восемь. Вон там девять.